Это давеча, и мы продолжаем. Январская ипотека в России побила рекорды. Об этом сообщают порталы о недвижимости. Выдача кредитов на жилье в первый месяц 2021 года превышает прошлогодние показатели почти на четверть. По предварительным данным, выдано 96 тысяч кредитов на 265 миллиардов рублей. Это рекорд за всю историю отечественной ипотеки. По сравнению с январем прошлого года, показатели ипотеки выросли на 23% в количественном и на 40% в денежном выражении. Эксперты связывают это с низкими ставками. Кроме того, на рынке новостроек действует целый ряд ипотечных программ с госучастием. За всю историю России не было таких низких ставок по ипотеке. Семьи, у которых был отложенный спрос на покупку, то есть они сейчас на данный момент решились. Безусловно, существует поддержка молодым семьям от государства, социально незащищенным слоям населения, плюс работают другие федеральные программы, безусловно. Также в недвижимость вернулась инвестиционная составляющая, то есть люди стали смотреть где-то и вкладываться в плане инвестиций в недвижимость.